Давайте начнем. Поднимите руки, кто начал делать второй этап? Попытался разобраться. Ага, так, четверо. Так, а кто-нибудь читал вот статьи тут или ссылки про ЛСМ, устройство Кассандры? Ну, то есть почитали почти все, да? Здорово. Значит, сегодня мы попробуем все это структурировать быстро на доске. И я попробую показать вам, как можно сделать самую простую реализацию. Это пример реализации. Если вы пришлете точно такую же реализацию, точно такую же, вы получите половину баллов. Поэтому можно вдохновляться, но делайте сами. Так гораздо интереснее. Ну, я думаю, попутно вы узнаете много чего нового про стандартную библиотеку Java сегодня. Что там есть? Ну, давайте начнем с... Просто вспомним азы. Значит, в чем заключается смысл LSM? Так, это уберем. У нас хранится, все операции модификации идут в сортированную мапу в памяти, ну, назовем ее таблицей, она отсортирована. Что? Memtable. Ну, можно назвать, да, вот принятой нотацией. То есть у нас здесь есть ключи и значения. Некоторые значения, ну, есть значение V1, V2, где-то там стон есть, вот значение удалили. Может, и это удалили. Тут какое-то свое значение. Зачем нам в memtable хранить удаление? Это определение персистентности. А что вы имеете в виду? Можете пояснить? Все версии. Почему бы вот так не сделать? Ну, удаляем по ключу 3, давайте из мапы уберем. Чтобы не было неконсистентных данных, то что у нас может храниться что-то там на диске, точнее, ну, с таким же ключом, но другое значение. Да. Удаляем новое значение, но потом, когда мы будем, ну, обновлять данные или еще что-то, если просто его уберем с таблицы, то мы подумаем, что у нас оно еще есть, да, со старым значением. Да, все правильно. Но я думаю, вы то же самое хотели сказать? Так. Я пока что... Сейчас давайте попробуем пояснить, что сейчас прозвучало, чтобы всем было понятно. Те же самые, ну, в подходе LSM, мы говорим про LSM, у нас есть такие же мапы, ну, или таблицы, они, ну, Google задал тон, они называются SS-тейблы, они лежат на диске. Таблицы на диске, они неизменяемые. Вот если мы скинули memtable на диск, все, мы вот эту таблицу не трогаем. По мере заполнения новых memtable мы скидываем новую версию на диск. То есть каждый сброс — это очередной SS-тейбл, да? Да. Когда мы читаем по какому-то ключу, нам нужно, ну, например, мы хотим прочитать значение по ключу 2. Нам нужно собрать значение из memtable, если оно есть, ну, из соответствующего SS-тейбла здесь может быть тоже что-то про 2. Ну, из всех SS-тейблов. Там, здесь 2. Из них выбрать самое актуальное. Так, давайте вот по ходу сразу руку поднимайте вопросы. Если вот это будет непонятно, ничего реализовать не удастся. То есть нужно еще хранить дату, да? Это раз, да. Ну, то есть нам нужно понимать, какое значение более актуальное. Представьте, что вот здесь было записано значение там V0. Про могилку, да, сейчас. Ну, смотрите, у нас для 2 здесь было V0, когда-то в момент времени 0. Потом мы значение по ключу 2 перезаписали, мы сфлашнули вот эту таблицу. Давайте вот так считать, что это первый флашнули, это второй. А это еще не флашили, она в памяти. И в памяти снова перезаписали по ключу 2, и у нас значение V2. Так вот здесь юзер ожидает получить V2, самое последнее значение. Если у нас получилось так, что во втором поколении мы значение удалили, у нас лежит могилка,
Но в мемтейбле мы записали новое, юзер ожидает увидеть V2. Потому что вот это удаление, оно скрывает вот это значение. А после этого по ключу 2 записали новое значение. Если здесь есть могилка, а здесь V2, то юзер ожидает увидеть пусто. Потому что самое свежее значение — это удаление по ключу 2. Ну, то есть вот это самое свежее. Потому что, ну сейчас мы про это поговорим отдельно, вот этот тейбл флашнули самым первым, то есть он исторически самый старый. Вот этот SS-тейбл записали на диск следующим, значит, все значения отсюда, ну, для соответствующих ключей, перекрывают значения с более старого SS-тейбла. Значит, что вот эти значения, они более свежие, потому что их писали в memtable после того, как флашнули SS-тейбл. Первый. И потом memtable флашнули на диск. Считайте, мы по ключу 2 записали сначала V0, но memtable накопилось, и мы записали на диск его. И здесь написано, что по ключу 2 лежит V0. Потом пользователь пришел, по ключу 2 записал V2. Ну вот здесь V2. Memtable заполнился, мы его записали на диск. Значение V2, оно свежее для ключа 2. Затем пользователь пришел и сказал, я хочу вообще удалить по ключу 2 значения. Вот это самое свежее значение. И несмотря на то, что у нас есть какие-то предыдущие значения, но самое свежее — tombstone, закрывает все предыдущие. То есть на пробе мы ставим на самое последнее. То есть, допустим, у нас даже не было в memtable этого ключа, пришел запрос на удаление. Мы его создать, грубо говоря, в memtable, да, и поместить его, да, а не идти до ближайшего встречного в SS-table. Мы не можем менять SS-тейбл, в этом принцип главный. Как только мы записали на диск, мы не меняем его. Иначе нам нужна какая-то синхронизация на этих файлах. Значение V2, оно, например, может быть чуть больше. Как вы в файл запишете что-то больше? Вам нужно вот это вот все двигать. Синхронизацию на этом сделать. Ну, как бы реляционные базы этим страдают, перформанс там совсем не тот. То есть нужно... мы удалили что-то в memtable, потом... Потом типа, мы сделали сброс в SS-тейбл, и... После этого мы чистим memtable весь, он у нас пустой. Да, то есть в новой таблице хранится удаление. Да. Да, то есть удаление — это вставка. Вставка tombstone. Вот если мы это не сделаем, как вы правильно сказали, то есть если мы сделаем вот так, это значит, что когда юзер придет и скажет, дайте мне значение по ключу 2, мы пойдем искать самое свежее и найдем вот это. Скажем, ну вот, пожалуйста, V2. Но пользователь вообще-то перед этим удалил его. Но если мы потеряем информацию о том, что мы значение удалили, удалив его из памяти просто, это значит, воскреснет предыдущее значение. Но это в Кассандре, если почитать терминологию, есть такой термин, называется «восстание могилок». Так, с этим разобрались. Но мы не разобрались с другим. Вот здесь, ну, неявно так было изображено, что дата создания или версия значения, она фигурирует в имени таблицы. В принципе, можно делать так, потому что если мы в memtable перезаписываем в памяти значение, перезаписывать мы на месте можем. Если юзер сказал, что по ключу 2 значение там V2, потом положил по ключу 2 значения V3, мы прямо на месте его здесь перезаписываем. Мы храним только самое последнее в памяти. И мы можем упорядочивать версии значений, используя, ну, там, поколения, которые растут постепенно в SS-тейблах. Но какая-нибудь Кассандра, и тому есть много причин, я рекомендую лекцию посмотреть из прошлого года, потому что в этом году у нас лекции про Кассандры нет. В прошлом году она записана и в группе доступна. Кассандра делает иначе. Она хранит таймстемп в значении. И лучше делать так, потому что в третьем семестре... Почему вы поймете в третьем семестре? Тогда я вам предлагаю делать так. То есть давайте такую модель данных ведем. У нас есть таблица, она хранит у себя ячейки. То есть вот эта вот штучка — это ячейка. Ячейка содержит в себе ключ,
Он обязан быть, это цел. Ну, вы можете у себя сделать иначе, назвать иначе, как угодно. Это вообще, ну, не догма никакая. И в качестве значения у нас лежит, ну, как-нибудь по UML-ному нарисуем, либо лежит tombstone, ну, который говорит, что значение удалено, и когда оно удалено, timestamp. Timestamp — это инкрементальный счетчик, который в нашей машине с каждой операцией увеличивается. Либо хранит значение, ну, собственно, массив байт в нашем API. Байт. И также таймстемп этого значения. То есть каждый раз, когда пользователь модифицирует наш memtable со значением в соответствующую ячейку, пишется таймстемп этой модификации. Таймстемп — это, ну, условно говоря, system current time millis, что-то, что только растет. Монотонный счетчик. На самом деле system current time millis не лучший претендент, потому что, ну, здесь он, правда, сойдет нам, потому что у него разрешение 1 миллисекунда. На практике, может быть, лучше завести атомарный счетчик и его все время инкрементить. Но, короче, у нас сойдет. Так. Какая здесь есть проблема в этом подходе? Ну, вот мы... Будет очень... Переполнение памяти в какой-то момент. Я имею в виду, что будет очень много, ну, одинаковых значений, которые уже являются мусором. Да. И у нас... как-то мержить. Да, да. Все правильно, да. У нас все время заполняется memtable, он флашится. Ну, во-первых, здесь важный момент. Нужно понимать, когда его флашить. У нас в DAO Factory как бы есть константа, которая говорит, сколько у нас хип. Ну, 128 метров сейчас зашито. В принципе, вы это можете использовать как порог, там, половину хипа или четверть хипа. Как только содержимое нашего memtable, ну, примерно, достигло этого порога, пора его флашить. Мы ее флашим на диск, memtable очищаем, хип освобождаем. Но в таком подходе у нас только будут появляться все новые и новые таблицы. Если какой-то пользователь, у него, он работает, у него всего 1000 ключей, он их все время перезаписывает, то у нас будет вся история версии этих ключей, раскиданная по диску. Хотя вот это нам не надо, на самом деле. А если вот здесь есть значение для ключа 2, это нам тоже не надо. Это теоретически можно было бы убрать. Соответственно, ну, в подходе LSM предполагается периодически запускать операцию compaction, которая сливает те таблицы, которые есть на диске, в новую таблицу и оставляет в ней для каждого ключа только самое свежее значение. Ну, tombstone тоже является значением. То есть мы таким образом берем все таблицы, они у нас отсортированы, поэтому это стадия merge, из сортировки merge sort. Это делается за линейный проход одновременно по всем таблицам, и линейно мы пишем в результирующую таблицу. После того, как мы ее построили, вот это все мы можем удалить. А почему, ну, такой способ используется повсеместно? Потому что чтение с диска линейное, запись на диск — это очень быстро. Это то, что там шпиндели умеют делать лучше всего. То есть вы помните там первую лекцию, у нас рандом операции из шпинделя, они до сих пор — это самый дешевый способ хранения информации. Можно выжать там, ну, сотню в секунду. А, ну, это если мы страницами по 4 килобайта читаем, это как бы, ну, 0,5 мегабайта в секунду вы можете рандомно читать. Если вы читаете или пишете линейно, то это 200-300 мегабайт в секунду. Поэтому реально сториджи на основе LSM, они могут принимать данные там со скоростью сотни мегабайт в секунду на один диск, который в них вставлен. Никакая реляционная база так делать не может. Окей, а когда запускается такое? Допустим, когда просто у нас определенное количество раз уже сбросилось в stable? Или вообще, не знаю, там, в периодичности во времени? Ну, на практике есть отдельные, ну, в какой-нибудь Кассандре, как классика такая, есть отдельные обычно треды, компакторы, которые следят за SS-стейблами и, используя разные политики выбора, кого мы будем мержить сейчас, они фоном мержат эти SS-стейблы и заменяют потом атомарно в структурах в памяти вот этот набор SS-стейбл на этот. Ну, чтобы сказать, вот сюда больше не ищи, не смотри здесь, теперь ты используешь этот. То есть а потом удаляют. Они не все одновременно мержат?
Они берут, допустим, пару каких-то? Да, да. Ну, политики бывают разные. Бывают там, можно в Cassandra сказать, давай ко мне major compaction, смерджи все. А, ну, у нас вот этот compaction — это третий этап. Ну и предлагается его реализовывать как минимум при закрытии DAO. То есть, когда ваш DAO закрывают, в этот момент вы делаете все свои делишки, значит, приводите, устраняете дубликаты. Ну, это на самом деле, чтобы вот просто заимплементить, ну, понять, как эта логика работает. На самом деле, заимплементить это можно там за полчаса. Ну, если готов, второй этап. Если мы храним таймстемп в итоге, то это нужно по всем SS-тейблам пройтись и поискать значение? А, смотрите, помните, SS-тейбл — это sorted string table. Не надо по ним проходиться. Вот эти ключи, они отсортированы. Здесь как минимум можно использовать бинарный поиск. Ну, по всем таблицам все равно. Да, но это значит, что у вас на каждую таблицу будет логарифм операции. Ну, на практике, то есть на втором этапе мы компакшн делать не обязательно, но если вы его сделаете, ничего плохого не будет. Но и без компакшена таблиц этих будет несколько. То есть это k log n. Ну, k логарифм, да? K — это число таблиц наших SS-тейблов. Когда вы реализуете компакшн на третьем этапе, компакшн гарантирует, что вот это K, оно ограничено. То есть процесс компакшена, он не дает вот этому времени расти. Потому что если бы мы не компактили, мы бы искали по всем таблицам. Ну, как вы правильно говорите. У нас бы только деградировала со временем скорость ответа базы. Или непонятно? Угу, так. Да. Да. Как мы ищем бинарным поиском по нему, если не знаем, где начинается новая строка? Давайте сейчас это рассмотрим. Так, сейчас мы поговорим про то, ну как это можно уложить на диск, но вот эта вот часть, кому непонятно, вот давайте вопросы сейчас, потому что сотрем все. Так, да. Почему нужно хранить таймстемп, а не задавать таблицам имена по времени их создания, ну или сброса? Ну, окей. Смотрите, в однонодовом режиме, если у нас вот мы говорим только про... Ну и что? Ну, ты можешь удалить только что-то одно. Например, по одному ключу из минтейна текущего. Ну, в смысле... Ну, проблема не совсем в этом. Нет. Смотрите, вот здесь, вот когда мы говорим про... Вот это все работает на одной машине, на одном диске. Вот эти номера нам позволяют установить порядок версий, так? Да. Когда мы сбросим этот memtable, он станет SS-тейблом 3. И мы понимаем, что значения с третьего, они новее, чем из предыдущих. Ну, в том числе значения тумбстонов из третьего. Но когда у нас будет в следующем семестре у нас курс high-load, и мы будем делать кластерные конфигурации, у нас будет несколько нод. Ноды не могут между собой сравнить версии значений, потому что эти версии поколения SS-тейблов каждая нода отсчитывает по-своему. Если одна нода скажет, у меня, значит, по ключу 2 значения v0 версии 1, а вторая нода скажет, а у меня по ключу 2 значения v1 там, версии 3. Вот это 1 и 3, они несравнимы. Каждая нода сама их считает. Но в контексте данной задачи уже... В данной задаче это достаточно, это будет работать. Но... То есть можно делать без таймстемпов, да. Просто называть таблицы по времени. Да, можно. Окей, спасибо. Но потом придется доработать. Ну, через полгода. А, так, еще вопросы? Да. А в чем принципиальное отличие, если таймстемп хранить рядом с ключом? Или хранить там время сброса? Если время достаточно синхронизировано, то ноды могут сравнить. Ну, то есть у вас прошлая лекция была про синхронизацию времени, это в принципе невозможно. Но, к сожалению, многие сторожи, они следуют политике, ну, так и называется, last write wins. То есть ноды передают друг другу просто таймстемп, полагаясь на то, что время хорошо синхронизировано, и считают, что они могут, сопоставляя эти таймстемпы, выяснить, какое значение более свежее. Ну, Cassandra, HBase, многие ноды, ну, многие сторожи работают так. Нормальные, ну как... Есть другой класс сторожей, который использует там вектор клоки, еще что-то.
Про это будет лекция в самом конце. Да. А в memtable мы же будем хранить для каждого ключа каждое его изменение? То последнее только. Только последнее? Да. А нам нет смысла хранить предыдущие. Нам важно, чтобы самое последнее значение флашнулось на диск. То есть предыдущие значения могут быть размазаны по остальным файлам, потому что их флашили до этого. Здесь мы храним самые последние и не удаляем. Да. Когда пользователь хочет, ну, когда хочет прочитать что-то, мы сначала ищем этот ключ в memtable, а потом по порядку, в обратном порядке по таблицам нашим. Ну, можно оптимизировать так. Можно сначала поискать в memtable. Потом по всем таблицам. Но мы не знаем на самом деле, где он есть, пока мы реально не поищем. И там какой-нибудь, можно представить реализацию, которая берет там parallel stream одновременно везде ищет. А потом, получив все результаты, выбирает самые последние. Можно, ну, микрооптимизацию сделать так. Ну, посмотрим, как это может в коде выглядеть. Так. Сейчас что-то еще хотел здесь сказать. Ну, вот модель там, сейчас будем использовать такую. То есть у нас есть ключ и есть значение. Либо это tombstone, ну, это устоявшаяся терминология, могилочка, либо это, ну, живое значение какое-то. Ну, в той реализации, которую я буду показывать, чтобы более полноценно было, сразу будем хранить версию с каждым значением. Ну, то есть этот timestamp. Так, ну, еще вопросы есть? Так. Алгоритм вообще, слияние этой штуки, типа из главы что-то советовали использовать? Да, и там есть всякие тулзяки в супер-мега-полезном утилитном классе iterators. И куча статических методов интересных, которые позволяют этот код организовать очень понятно и просто. Ну, мы это, я думаю, успеем сегодня заимплементить. Ну, или хотя бы базовую часть реализовать. Ну, чтобы вы почувствовали, в общем, как это можно закодить нормально. Так, еще вопрос. У нас, кстати, ну, данные, которые мы храним, массив байт, правильно? Да. Он же переменной длины, правильно? Да, и ключ переменной длины. Если кто не заметил. Что из себя tombstone представляет в практике? Tombstone говорит, что по этому ключу... Нет, ну, я понимаю смысл. Сейчас поговорим про это, если вот пока нет вопросов больше. Еще есть вопросы? Да. Вы расскажете про поиск файла за логарифм? Просто, я знаю, чтобы все-таки за логарифм тоже выводить данные, нам надо сначала из файла их все достать. Сейчас посмотрим. Ну, за N очень не хочется. Очень да? Хочется. У вас там 10 терабайт данных, и за N это никогда, в общем, примерно. А, про это поговорим. Окей. Что? Мы не можем удалять значение по ключу. Мы можем записать по этому ключу удаление. Мы не можем вот вычеркнуть запись из memtable. Да. Поэтому по ключу там какому-то 4 будет записана могилка. Это именно объект, который говорит, значение по этому ключу в текущей версии удалено. Если здесь записи нет, это значит, нужно искать по остальным таблицам. Если здесь есть запись в memtable, которая говорит, что по этому ключу значение удалено, это значит, здесь можно не искать. Это самая свежая версия. Когда мы хотим еще записать ключу 4, какое-то значение? Мы пишем поверх него и вместо могилки кладем новое значение. То есть могилка другую состоит? Да, если ее не успели флашнуть, этот memtable, то могилка никуда не попадет. То есть, ну, пользователь что может сделать? Он может сказать, а по ключу 4 запиши значение там 5. Здесь 5. Потом говорит, ой, удали по ключу 4 значение. Вместо 5 могилка. А давай запишем 6 вместо по ключу 4. Будет 6. Как только мы флашнули memtable стал пустым. Вот что было в последней версии, оно окажется на диске. Да, на диске будет записано, что по ключу 6 значение удалено. Значит, во втором поколении, вот в этой версии, по ключу 6 пользователь удалил значение. Значит, даже если мы его найдем здесь, значение удалено.
А вот если здесь появилось по ключу 6 какое-то значение, оно самое свежее. Несмотря на то, что где-то есть запись о том, что его удалили, это более свежее значение. Мы возвращаем самое свежее. А, то есть мы можем, например, у нас где-то когда-то был удален по этому ключу, да? То есть мы поставили могилку в одном из состейбл уже в Вашингтон, и затем мы по такому же ключу перезаписываем, точнее, да. То есть записываем туда уже имеющуюся величину, и тогда... Да. И мы увидим, ну, считайте, что как будто для каждого ключа значение версионируется, вот как в системе контроля версий. Вот здесь там версия 1, здесь 2, здесь вот фреш какой-то, ну, будущая версия 3. Ну, побеждает всегда самая последняя версия. Эта версия, это может быть, ну, вот это значение, оно может быть могилкой, значит, оно закроет все предыдущее. Ну, это требует осознания, там, по пути домой в голове все уляжется. Но сам подход, он очень простой и элегантный. Так, давайте это сохраним. И поговорим про то, как это все хранить. Так. Это один из подходов. Значит, есть много разных подходов. Кассандра, например, держит данные в одном файле, а индекс, который позволяет за логарифм находить все данные в другом файле. Ну, можно на самом деле это все учесть, ну, вот все, что мы до этого рассматривали, учесть, извратиться и положить это все в один файл, что мы и сделаем. Значит, ну, вспомним, memtable, он хранит отсортированные ячейки, так? А у нас есть задача сохранить этот memtable на диск. Так, чтобы можно было, так же, как мы в памяти за логарифм искали, находить на диске за логарифм. Это был sorted memtable. Sorted memtable. Ну и при этом дампить на диск мы хотим линейно. Мы не хотим прыгать там ни в памяти, ни по диску. Ну, давайте попробуем это сделать. Предлагается, ну, можно хранить это так. Мы идем в порядке сортировки по этой мапе, sorted мапе в памяти. Ну, кто, вы что-то другое можете использовать, ну, тут у нас все однопоточное, можно sorted мапой обойтись. И пишем строки на диск. Вот мы первую ячейку нашли, мы пишем размер ключа key size. То есть каждый ключ — это у нас массив байт. Ну, на самом деле, в нашем API это байт-буфер, но у него тоже есть размер. Потом сам ключ, то есть байты ключа. Так. Потом мы должны записать значение. Значение у нас может быть нормальным значением, которое содержит какой-то массив байт с таймстемпом, а может быть тумстоуном. Давайте мы сохраним таймстемп. Потому что он есть всегда, так? Что у тумстона, что у нормального значения. Ну, это будет какой-то current time или long возвращает. Какой-то long. А дальше нам нужно сохранить значение. Но значение может быть переменной длины. Так, это же массив байт, поэтому мы дальше пишем value size. Ну, можно делать по-взрослому, там все это тоже хранить в лонге. Ну, мы там типа на будущее целимся. Там, с памяти скоро терабайты будут. Ну и дальше идет value. Ну, правильный был вопрос, а как тумстоуна хранить? Длина 0. Что? Длина 0. Флажок. Смотрите, здесь вот есть интересный нюанс. Длина 0 — это тоже значение. И во многих, ну, в той же Кассандре пустая строка и отсутствие строки — это разные вещи. А, можно хранить, да, флажок. Можно вот тут флажок завести, который говорит, что deleted или removed, и тогда вот это все можно не хранить. Ну, можно по-инженерному подойти к вопросу и сказать, а давайте минус таймстемп хранить. Ну, если у нас минус таймстемп, то это значит, что это тумстон, и дальше вот этого нет. Это опциональная часть. Если минус таймстемп, значит, значение удалено, и таймстемп удаления — это еще раз минус здесь. А если здесь положительное число, значит, дальше будет фиксированной длины размер,
ну, например, long, после которого может быть 0, сколько указано в размере, но количество байт, да? Можно так. Но нам все равно нужен таймстемп удаления. Ну, в любом случае здесь будет место какое-то. Так, ну, как бы, вот как укладывать один ряд, мы поняли, да? То есть вот мы итератором взяли первое значение, сериализовали. Ну, фигачим дальше. И так, строчку за строчкой, мы все сериализовали в файл. Но потом-то мы хотим по ключу находить нужную строку в этом файле, так? Они все переменной длины, это здесь так нарисовано. На самом деле там, короче, будет вот так вот, вот так вот. Ну, потому что где-то ключ длиннее, короче, где-то значение, где-то его нет. Но вот согласитесь, что вот это мы пишем быстро, мы идем просто линейно и фигачим массивчики в файлик. Так вот, в процессе прохода по этой мапе вообще-то мы можем трекать офсеты каждой строчки. Где начинается строчка 0? Ну, просто вот по номеру 0 порядковому, ну, с нулевого байта. Когда мы задампили эту строку до конца, мы знаем, где начинается строчка 2, ну, строчка 1. Ну, вот офсет от начала файла, так? Ну, также там строчка 3. То есть мы можем на каждую строчку завести элемент в массиве лонгов со смещением, который к концу дампа вот этого прохода по мапе будет содержать смещение каждой строчки. Так? Мы такой офсет построили. Ну, как бы мы можем себе позволить там хранить 8n байт для нашей мапы. Потому что раз мапа влезла в память, скорее всего, это влезет. Построили офсет, дампим. Ну, это просто предлагаемая схема. Дампим в конец его. Ну, линейная запись, просто дописываем файл. Ну и потом, чтобы люди, которые откроют этот файл и знали, как его читать, они вообще должны знать, а сколько там строк было. Ну иначе, когда кто-то откроет этот файл бинарный, он не сможет разобраться, что там находится. Поэтому в конец нужно записать количество рядов. Включая офсеты? Или... Количество вот этих строк. Тогда как будет выглядеть работа с этим файлом? Мы открываем файл, читаем последние long byte, узнаем, сколько здесь вообще рядов хранится. Из этого мы понимаем, что офсеты на эти ряды лежат в массиве, который перед последним элементом находится. Длина этого массива, соответственно, 8, ну, если мы лонги храним, а не инты, 8 на количество рядов. Так? Мы не обязаны его читать в память, мы знаем, что он здесь лежит. Здесь лонги уложены аккуратненько. После этого, когда... Ну и, соответственно, каждый из этих офсетов, он ссылается на начало соответствующей строки. Так? Ну и тут дальше строчки идут. Офсеты не фиксированы, они зависят от таймстемпа, да, получается? Офсет, он показывает... Нет, они фиксированы. Это именно смещение в байты для строки с таким номером. Сейчас, секунду. Ну, для нулевой, смотри, для нулевой строки смещение 0, так? Ну, всегда 0. А если у этой строки полная длина там 30 байт, то значит у второй строки смещение 30. С 30 байта начинается вторая строка. Так, сейчас, давайте по порядку. Как мы будем узнавать, где... Ну, мы же не будем хранить разделители между... самим ключом таймстемпом, или там еще на финик еще разделители. Здесь разделители, смотрите, не нужны. Кейс-сайз — это лонг. Мы, когда хотим достать строчку по какому-то офсету, мы знаем, что первые 8 байт — это длина последующего ключа. Прочитали лонг, узнали, сколько дальше байт занимает ключ. Можем прочитать ключ. После этого мы знаем, что идет таймстемп. Положительный он или отрицательный — неважно, он занимает 8 байт. Лонг. Мы его читаем. Если он положительный, это значит, что дальше будет значение. Значение long. Мы его читаем, узнаем, сколько длины следующее значение. Читаем значение. Если таймстемп отрицательный, то значит, дальше значения нет. Дальше следующая строка начинается. Поняли? То есть наш формат, он, ну, так построен, что мы можем начать читать сначала строки, и мы дешифруем его.
Ну, при этом он достаточно гибкий, мы можем хранить ключи экзобайтные, значения экзобайтные, если это все на диск влезет. Так. Да, смотрите, мы идем по мапе. Каждую строчку мы сериализуем в массив байт. Сериализуем в таком формате. Это понятно? Вот. Когда мы переходим к следующей строчке, мы запоминаем, в каком месте записали предыдущую. Закончили писать предыдущую. Это абсолютное смещение во всем файле. И мы знаем, что с этого места начинается строка номер один, так? Ну, потому что вот это на самом деле вот здесь идет. Это файл же, он последовательный. Там третья строка пойдет за второй строкой. Соответственно, мы здесь сохраняем, что нулевая строка начинается с начала файла. Первая строка начинается там с офсета 60 байт. Вторая строка с офсета там 90 байт. То есть вот это нолик, это 60 байт, здесь 90 байт. Потому что, ну, они разной длины могут быть. И дальше, если нам нужно прочитать строчку номер, ну или ключ из этой строчки, там номер, строчку номер 0, 1, 2, 2, мы прыгаем сразу на 90 байт и начинаем по этому формату декодировать. И мы эту строку восстановим. Все остальное нам не надо трогать. Так, да. Ну, конечно. Но у вас ну и системный API работы с файловым POSIX, он позволяет читать с офсета любого. И ну, некоторые API позволяют писать с любого офсета. Но это уже интересно. Это зависит от файловой системы. Файловые системы, некоторые типа XFS, они могут раздвинуть файл, фигачить туда блок, ну так называемые разреженные файлы. И вы можете в середину файла начать писать там хоть терабайт. Но не все это позволяют, а нам здесь и не нужно. Пишем мы последовательно строго, строчку за строчкой. Потом хоп, анса, этот массив офсетов, потом хоп, количество строк. А вот читаем рандомно уже. Нет, файл input stream нельзя так делать. Но это можно делать в файл ченнеле, например. У него есть read с офсета, и вы указываете байт-буфер, в который читать. Но мы сегодня более интересную штуку посмотрим. Просто я к тому, что мы можем прямо вот с конца прочитать, или нам нужно сначала сместиться до нашего массива офсета, а потом его читать? Мы можем сказать, что мы берем размер файла, вычитаем 8 байт и говорим, читаем с этого места. Но мы знаем, что самые последние 8 байт — это количество строк, они нас интересуют. После этого мы вот, ну, знаем, что здесь лежат офсеты. Больше нас ничего не интересует, пока мы по офсетам не начнем прыгать по файлу. Так? Это один из вариантов. На самом деле, вот это вот можно сохранить в отдельный файл, но это не важно. Там и в отдельном файле переписать row спереди. Ну, это вкусовщина. Как мы скопнем на массив офсетов, если мы знаем только количество строк, но не размер? Смотрите, вот это вот массив офсетов, он фиксированного размера. Зная количество строк, мы знаем, что он, вот этот массив занимает 8 умножить на количество строк и начинает, ну, заканчивается на минус 8 байтах, ну, от конца файла. Вопрос? Еще раз. Вот это. Смотрите, мы дампанули, давайте, n. Я вот именно вот про row последний. Мы здесь храним количество строк, которые содержатся в этом файле, всего n. Мы знаем, что n — это самый последний лонг в этом файле. 8 байт последние хранят n. Ага. Мы прыгнули на последние 8 байт, прочитали n. Мы знаем, что перед этим n лежит массив длиной 8n. А, ну все, и потом дальше. Да. Окей. Ну, это просто один из вариантов. Вы можете по-своему реализовать. Реально здесь не ограничено все. Да. И по этим офсетам мы теперь каким-нибудь бинарным поиском начнем, да, середины, да, и входим. Да. Дальше мы переходим, собственно, как из этого файла читать. После говорит, дайте мне значение по ключу from, или в нашем API мы говорим с from, итератор, нам мы хотим. Окей, мы говорим, ну что, вот мы знаем, что у нас n строк, надо вот в этих строчках найти, с какой позиции итератор наш будет, ну куда позиционировать итератор. Ну пошли бинарным поиском, так,
Строка в середине, где она находится в этом файле? Примерно здесь. Декодируем вот эту часть ключа, ну, чтобы сравнить с тем, что пользователь передал. Так, меньше, больше. А, она оказалась больше. Окей, значит, прыгаем сюда. Таким образом, мы используем данные отсюда и прыгаем по файлу, декодируем ключики. Находим место, с какой строки дальше будем читать. Но не читаем, потому что это итератор. Вот когда будут просить next, мы будем читать лениво. Сейчас, так, есть вопрос? А прыгать мы будем random access файл. А, один из вариантов, да. Но мы посмотрим что-то более интересное сегодня. Можно random access файлом. На самом деле это неплохой вариант. Потому что, ну, у нас есть дисковый кэш. Если мы эти данные там активно используем, операционка будет держать страницы в дисковом кэше. И это все будет довольно быстро. Но если у вас SSD, то... В принципе, быстро будет. Так, кстати, вот там у нас тесты потом появятся. Можете так сказать, у кого не SSD, а HDD? Так, сколько людей таких? Ага. Если только HDD. Ну вот в ноутбуке там у вас только HDD. У меня есть и только. Молодец. Да. Так, ага, человек 5. Так, а SSD? SSD, ага. Так, а NVMe у кого-нибудь есть? Ну, такие M2 длинные, такие слоты адские. Так, SSD, ну, отлично. Хорошо, так, я понял. Ну, тут есть неопределившиеся, мне кажется. Тут 100% не получилось. Ну, ладно. Аптан, может, у кого-то есть? Нет? Ну, такой сторож интеловский есть. Ну, нет, ну, слава богу, хорошо. Ну, под него сложнее тест написать, он слишком быстрый. Так. Значит, с этим форматом есть еще вопросы у кого-то? Да. Ну, не формат, а что мы в итоге храним в памяти, кроме мемтейбла? Список офсетов для каждого списка стейбла? Мы его тоже можем не хранить. Мы можем просто хранить указатель, откуда он начинается, и только row count хранить. Мы знаем, что, короче, мы всегда можем из этого файла прочитать эти офсеты. И мы будем... Насколько вот надо так определяться, чтобы... Нужно вообще минимум хранить в памяти или... Ну... Я думаю, да, потому что могут быть тесты вполне себе, которые сохраняют очень большое количество строк с очень маленькими ключами и значениями. И тогда у вас этот массив, он будет, ну, в несколько раз всего меньше, чем все остальное. Потому что, ну, вот это вот все там будет, 16 байт укладывается. То есть, ну, то есть, если вы можете сэкономить, почему бы не сэкономить, потому что это бесплатно. Особенно, если map мы используем. Вот эту часть, когда вы будете бинарным поиском идти, вы будете всегда проходить. И вы заставите операционную систему держать эти страницы в кэше. Потому что вот вы какие-то строки можете не трогать и никогда не читать, но вот поэтому вы будете прыгать всегда. Это суперкомпактно. То есть, ну как там операционка, да? Она это хранит страницами по 4 килобайта, там стандартный блок. Ну, для кэширования в пейдж-кэше. Ну, будет здесь несколько страниц. И вы всегда их будете трогать и не дадите вытеснить из кэша их. Но все остальное будет вытесняться постепенно. Да. Так, еще вопросы? Окей. Значит, как у нас мы читаем? Ну, ищем здесь понятно, да? То есть бинарно можем так искать. А, ну, нормально, да. А если, например, какая-то часть данных... Я просто, может, пропустил, что какая-то часть данных сейчас секунду. В кэше находится, а другая в диске. Как бы это надо прочитать же. Но подсистема кэширования работает прозрачно для вас. Вы просто читаете из файла каким-то способом. А любая операция с файлами в операционной системе идет через дисковый кэш. Ну, page кэш или блок кэш. Смотря там, не знаю, какой у вас Linux или что-то еще. И, соответственно, ну, операционная система, она умная. Она пытается данные, к которым недавно обращались, не выбрасывать из памяти. Потому что она думает, что, скорее всего, вы их снова запросите. И первый раз, когда вы по этому офсету прыгнете, ну, в кэше его не будет, и операционная система реально блок прочитает с диска. Но дальше, когда вы запросите там какое-то значение рядом, либо из того же блока, вы получите его мгновенно. Потому что эти файлы неизменяемые, и операционная система знает, что они неизменяемые. Она видит, что по этому дескриптору операции записи не было никаким процессом. Это значит, не нужно, пока память свободно есть, не нужно из нее ничего вытеснять. Там в некоторых операционных системах, в зависимости от настроек,
Если другой процесс придет, либо вы сами файл поменяете, это, возможно, приведет к флашу кэшей. Потому что она знает, блин, тут, может, на диске-то более свежее что-то есть. Ну, и операционка может какие-то страницы выбрасывать из кэша. Ну, чтобы вам тухляк не вернуть какой-то. Но специально делать ничего не нужно, вы просто работаете с файлом. Так, сейчас вопрос был. Окей. Ну, то есть мы тогда держим открытыми дескрипторы на все SS-тейблы. Это еще один, да, момент. Операция, значит, операция открытия файла — это не такая простая операция, если вы их делаете там миллион в секунду или сколько-то. Потому что это нужно по там айнодам, ну, там, если у кого Windows или NTFS, ну или HFS, без разницы, они в принципе похожи строят. Нужно найти реально этот файл по структуре каталогов, короче, прыгая вот по таблицам всяким дисковой, ну, в файловой системе. И операционная система это будет делать каждый раз. Вот вы прочитали какой-то массив байт, файл закрыли, ну все, забыли. Потом открыли его снова, чтобы просчитать другой блок. Большую часть времени вы будете тратить вот на это. Если вы профильнете, вы увидите, что у вас open занимает большую часть времени, а не чтение с диска. Потому что даже вот эта сама страница, из которой вы читали, она может быть в кэше. Но для операционной системы заново открыть файл, это значит снова пройтись по там, дереву айнодов, найти блок. Причем найти блок для каждого каталога в вашем пути файла, добраться до файла, в айноде найти смещение на начало файла и, наконец, его открыть. Ну, реально, это очень дорогая операция, и имеет смысл кэшировать файловые дескрипторы. Ну, на пару хопов лучше, но все равно каждый раз вы будете платить за это. То есть у нас SS-тейблы неизменяемые, на этом этапе мы компакшн не реализуем, поэтому мы можем просто для каждого файла, который мы флашнули, держать его открытым. Ну и на самом деле это нужно только если вы используете файл channel или random access файл. А если вы используете map, про который мы поговорим сейчас, то вы это не нужно делать. Ну, никакие файловые дескрипторы кэшировать не нужно. Но про это мы дальше поговорим. Так, вот здесь есть еще вопросы? То есть вот у нас был sorted map в памяти, мы флашнули его на диск. Умеем поэтому файл на диске искать. В память ничего затягивать не нужно, ну, не требуется. Можно затянуть, может, тесты пройдут, может, нет. А можно не затягивать и сэкономить. А здесь пару сразу отступлений. Ну, как в нормальных взрослых сториджах это все выглядит. В принципе, вот примерно так, но одна из бонусных фич на последнем этапе — это, например, реализовать компрессию этого файла. Часто это делается так. Мы его бьем на блоки какие-то, каждый блок сжимаем и храним последовательно там кусок ключей. Ну, мы не пересекаем границы строки никогда. Набор некоторых строк в сжатом блоке. Когда мы по офсетам видим, что нам нужен какой-то ключ, мы понимаем, ну, здесь есть еще какая-то дополнительная структура, там по-разному можно это реализовать. Мы понимаем, в каком блоке лежит эта строка. Мы этот блок целиком читаем, распаковываем, достаем строчку оттуда и выбрасываем. Помните, там в первой лекции мы упоминали алгоритмы компрессии типа Snappy или LZ4. Вот это там, где они просто выступают во всей красе. Потому что мы с диска читаем реально мало, потому что эти блоки сжаты. При этом мы кучу места экономим на диске, разжимаем мы на кэшах процессора супер быстро. То есть эти там алгоритмы могут разжимать со скоростью несколько гигабайт в секунду. Нам просчитать диска дольше, чем это разжимать. Ну, сильно дольше, просто на порядке. И вторая штука. Так, компрессия. Компрессия. А, да. Ну, про вот этот офсет. Ну, реальные SS-тейблы, они могут быть размером в гигабайты. Вот этот массивчик, он, ну, может быть размером десятки, сотни мегабайт. Если у нас много маленьких ячеек хранится, да? Ну и по этому массиву либо его нужно затягивать в память, чтобы быстро по нему бинарным поиском искать, либо его, ну, нужно прыгать по диску. И вот
большие массивы, есть риск, что они будут вытесняться из кэша. Потому что, чтобы не дать им вытесниться, мы реально должны пока... Ну, в них будут... Вот если этот массив очень большой, в нем довольно много 4-килобайтных страниц будет. И некоторые из них могут вытесняться. И когда мы будем наталкиваться на холодную страницу, у нас все будет вставать колом, пока операционная система не поднимет ее с диска. Ну, неприятно как-то, да? Что тут можно сделать? Какие есть идеи? Я думаю, вам есть что сказать. Да, популярный действительно подход. А давайте помимо вот этого честного массива офсетов хранить еще сэмплированный индекс. Давайте, например, заведем маленький массивчик, который хранит, ну, например, только каждый 16-й офсет. Мы будем бинарным поиском искать в нем, потом прыгать в нужное место здесь и доискивать, ну, соответственно, в блоке из 16 элементов. То есть это такой сэмпл. Это то же самое, что и здесь, только прореженный. Мы храним только каждый 16 элемент. Мы обеспечиваем локальность данных, он гораздо компактней. Мы всегда ищем через него, он будет, скорее всего, в кэше, потому что эти данные мы всегда трогаем. И он нам примерно показывает, ну, то есть он хранит ссылки вот так. Да? С какого места уже искать в основном массиве? Но мы переходим в маленький диапазон данных, мы не прыгаем по нему, ну, как-то глобально. У нас очень локальное чтение с диска. Это то, что любят подсистемы памяти. И кэши процессора, и кэши операционной системы. Когда вы не прыгаете по памяти, а ходите где-то рядом. Потому что есть там prefetch, есть постраничная организация памяти, поэтому локальность памяти — это супер важно. Про это в какой-то лекции было упомянуто. Но я думаю, с этим в инженерной практике столкнетесь еще не раз. Но это делать не требуется, это просто отступление, как реальные сториджи делают. Ну и третье, наверное, кто-то про Bloom-фильтр слышал. О, круто. Откуда вы слышали про Bloom-фильтр? Откуда? Из ваших Redmi. А. Там. Так. А еще откуда? Так, да, там упоминаются они. Про Tarantul? Угу. Окей, так, еще какие-нибудь источники? На лекции упоминали в ВУЗе давно. О, прикольно, слушайте, неплохо очень так. Ну, такая относительно новая структура данных. Ну, это третья такая оптимизация, которая применяется часто. Bloom-фильтр, это, ну, так, для тех, кто забыл или не в курсе, это очень компактная структура данных, которая относится к классу вероятностных структур. Фактически это как бы аппроксимация некого... Ну, структуры сет. Множество. Так вот, эта структура данных, она как работает? Вы спрашиваете ее, а вот ключ какой-то, который я собираюсь найти, вот какой-то ключ, вот он входит в это множество? И если эта структура данных говорит, да, входит, возможно, она врет. Возможно, его там нет. Вот если она говорит, что нет, не входит, его точно там нет. Чувствуете, чем это может помочь? Если мы для этого, когда мы дампим этот файл, мы построим такую структуру, то перед тем, как прыгать по этим офсетам, она суперкомпактная, она реально там несколько бит на каждую строчку добавляет, то перед тем, как прыгать по этим офсетам, мы можем просто на всякий случай ее спросить, слушай, там ключ-то может быть? Если она скажет, что в этом файле такого ключа нет, его там точно нет, больше ничего не надо делать. Если она скажет, ну, возможно, есть, нам придется это делать, но, возможно, мы его не найдем. Когда мы доберемся там бинарным поиском через там все наши индексы до какого-то места, возможно, окажется, ну, нет тут такого ключа. Там близкие есть, а этого нет. Ну, это еще одна суперпопулярная оптимизация, которая там, ну, во всех там нормальных зрелых стороджах используется. Почему она может быть? Потому что она компактная за счет того, что она теряет информацию. То есть это можно представить как самая простая реализация на пальцах. Можете в Википедии почитать, там прямо более подробно есть. Но работает она примерно так. Например, у вас есть разные ключи. Она считает одних хэши, но я очень утрирую, так чтобы просто вы дух почувствовали. И
она объединяет эти хэши, например, операции или. Бинарная операция или. Ну и хранит вектор. И когда вы говорите, есть какой-то ключ в этой структуре, мы считаем от него хэш. Если все битики выставлены в этом хэше, значит, он там может быть. Вот если не все битики выставлены, его там точно нет. Потому что мы объединяли хэши по или. Кому непонятно это? Ну, то есть, вот мы, у нас был ключ один, и там у него хэш получился вот такой. И был ключ, это K1. И был ключ 2. У него был хэш какой-то 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Мы объединили их операции или, получили что? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Так? И вот к нам приходят и говорят, а вот ключ вот такой, ну, ключ K3 есть в мапе? Мы считаем хэш и смотрим, что все битики выставлены. Все единички, они вот в нашем сете, они выставлены. Говорю, да, есть. Ну, нифига его там нет. А вот если мы про ключ 4 нас спрашивают, есть ли он в мапе, а у него там, что у нас здесь там? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Мы говорим, есть он в мапе? Его точно нет, потому что не хватает единичек для него. Если бы он там был, то вот эти биты, они были бы единичками. Ну, в общем, структурное уделение изобрели относительно недавно. Ну, точнее, может, ее вспомнили, когда-то изобрели давно, но в 90-е там она стала суперпопулярной. На самом деле там используется множество функций хэшей. Вот просто зацените, у нас ключей может быть дофига, мы потратили 8 бит на них. Ну, понятно, что от размерности вот этого массива бит зависит точность этой структуры. И это можно оценить. То есть можно этим управлять. В любом сторидже, там в Кассандре, например, вы можете задать вероятность ошибки, и от этого, и от количества ключей рассчитается битность этого вектора. Но он все равно будет крошечным. То есть, по, если я не ошибаюсь, там для терабайтного SS-тейбла типичного эта структура мегабайт занимает. А там миллиарды ключей лежат. И она работает с вероятностью ошибки 1%. Это значит, что там 99% чтения вы снимаете, вообще не трогаете ничего в этом файле, проверяете эту структуру. Но вот такие структуры часто держат в памяти. Потому что мы хотим реально гарантировать, что вот это точно будет в памяти. И она, кроме того, компактная. Так, еще вопросы тут есть. Вот это все делать не обязательно. Это бонусные штуки, которые позволяют заработать еще баллов к концу мая. То есть, ну вот это, ну или как вы это реализуете, реально это не единственный способ. Можно сделать лучше, можно не лонги использовать, можно еще что-то. Делайте по-своему. Здесь есть вопросы еще? Так, окей. Ну и немного хотелось поговорить про то, как работать с файлами в Java. Файл input stream нам здесь не подходит при чтении, потому что мы хотим с рандомных мест читать. А input stream позволяет нам читать последовательные файлы. Файл output stream мы можем использовать при записи, потому что пишем мы честно последовательно. Ну, быстро, вот прямо со скоростью диска. Но что использовать при чтении? Можно использовать random access file. Он позволяет нам читать, ну, то есть там есть метод read, который с офсета позволяет читать. То есть можно сказать, вот 2-миллиардного байта мне дай какое-то значение. Ну, точнее, прочитай данные в этот массив байт. Можно использовать файл channel. То есть это там API, который появился в 6-й Java, что ли, может, раньше даже. То есть там точно так же есть метод. Вы открываете файл channel, то есть передаете path и режим открытия, и можете читать в байт-буфер. Он из пакета Java Nilo, поэтому все там на байт-буферах. Но есть еще одна интересная штука. Они прям всю мапу будут читать? Нет. Или вы про что? Про файл channel? Да. Файл channel — это как бы просто открыть файл. Это просто нет. Другой API для работы с файлом. Да, но он уже принимает в себя. Он принимает path. У него есть метод open. Он открывает файл и... Нет, я имею в виду, а мы будем читать всю мапу или как? Или то привлечение? Ну, вы открыли этот файл, вы получили дескриптор, этот файл channel. Дальше с помощью этого
файл channel, вы читаете, вызываете метод read и говорите, что я хочу с этого офсета с размера файла минус 8 прочитать данные в байт-буфер из 8 байт. То есть это так же, как ну, на C вы используете read и write над файловым дескриптором и передаете массив, в который хотите данные прочитать. Говорит, сколько прочитать. Вот здесь то же самое, только вместо массива байт в интерфейсе file channel вы байт-буфер передаете, куда читать, ну, в который нужно прочитать значение из файла. Это как бы изоморфная вообще штука. Что random access file, что POSIX-ные вызовы. Ну, можете попробовать, это не обязательно, файл channel вполне достаточно. Можете попробовать такую штуку, как mmap. А, ну, в системном программировании это реально как бы это просто вершина системных вызовов. Суть заключается в том, что вы ну, можете man mmap набрать и посмотреть, в общем, почитать его. Что это значит? Это memory mapped file. Вы говорите операционной системе, знаете что? Вот не могли бы вы отобразить содержимое этого файла в виртуальное адресное пространство, чтобы я работал, как будто пишу в памяти просто. То есть системный вызов mmap вам возвращает адрес в памяти. И любая операция с блоком в памяти на самом деле отображается сразу в операцию файл. Если вы читаете, ну, то есть она вам возвращает ну, в C вводит звездочку. Точнее, как там правильно? Ну, pointer, да? Вводит звездочку, я думаю, да. Ну, это в C, да, она так выглядит. На самом деле, mmap на файл-ченнеле, вот это нативный вызов, который вызывает системный. Вы говорите в mmap, из какой файл вы хотите отмапить, с какого офсета и сколько байт. Но в нашем случае мы говорим, ну, я хочу вот этот файл отмапить с офсета 0 до конца. Вызов mmap на файл-ченнел возвращает вам байт-буфер. Байт-буфер. Ну, так под капотом, на самом деле, это наследник его. Это mmapped байт-буфер. Ну, вам это не важно. В чем здесь заключается трюк? Что этот байт-буфер, он не занимает памяти. При этом любая операция с ним равносильная операции с файлом. Когда вы читаете из этого байт-буфера, вы на самом деле читаете с файла. Когда вы пишете, пишется через дисковый кэш файл. Ну, мы здесь не пишем, слава богу, мы только читаем. То есть вы говорите файл channel mmap вот этот весь файл мне, пожалуйста, получаете в ответ байт-буфер, и это происходит мгновенно. Это вообще ничего не требует. На самом деле под капотом операционной системы виртуальную память нужное количество страниц связывает с содержимым этого файла. Дальше вы работаете, как будто работаете с массивом байт в памяти. Короче, ну там неплохой JavaDoc, это супер популярный вызов. У него есть подводные камни, но с ними столкнетесь вы в продакшене только. А здесь все будет работать. А, могут быть нюансы на винде, кстати. Ну, вроде в последних версиях Java должны работать. Какие нюансы? Ну, там, крыши какие-нибудь. Да нет, должно все работать. 11 Java все-таки. Ну, тогда файл channel в руки. Не, должно работать реально. В винде есть аналогичные вызовы. Это никакой не unsafe, это стандартная библиотека Java, поэтому должно все работать. Не волнуйтесь, на винде работало. Да нет, это было в старых версиях Java, в 6-й там какой-нибудь иногда что-нибудь крашилось. Да, но вы вот когда файл channel открываете, вот вы тут передаете path, ну, path есть size, он возвращает размер файла. Вы map говорите, я хочу весь файл отмапить с нулевого офсета до конца. То есть все равно передаете файл channel. Ну, да, но, кстати, здесь важная штука. После того, как вы открываете файл channel, мапите файл, получаете байт-буфер, после этого закрываете файл channel. Потому что отмапленный файл, он уже отмаплен. Он потерял связь с файл-ченнелом, все. Вы попросили операционную систему выделить вам кусок виртуальной памяти и туда отобразить файл. Все, ничего кэшировать не надо. Все, закончилось. Вы получили байт-буфер, вот его можете переиспользовать теперь. Ну, а если вы не закроете файл-ченнел, это утечка ресурсов уже пойдет. Если там нормальный тест нагрузить, дескрипторы кончатся.
Ну, если вас заставить ваш код там на третьем этапе все время флашить, компактить, у вас накопятся незакрытые файловые дескрипторы, и все упадет. Такого теста нет, но мы добавим. Ну, на самом деле, всякие проверки, они... Это дозадетектят, скорее всего. Хотя до конца не уверен. Вот. Ну, короче, для тех, кто хочет погорячее, можно MAP попробовать. Так, есть тут вопросы? Вы поняли, тут второй этап, я говорил, он сложнее, да? Да,